Сейчас будет упражнение, которое помогает убрать хрип и помогает расширить вот эту область в горле для того, чтобы свободнее петь высокие ноты. На букву Г. Гук-гук-гук. Начнем петь отсюда. Вдох. Гук-гук-гук-гук-гук. Этот звук. Теперь гу-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 гу. И вдох. Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу. Сверху вниз. Вдох. Га-га-га-га-га-га. 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 Га-га-га-га-га-га-га. Попробуем еще гиг. Гиг-гиг-гиг-гиг-гиг-гиг. 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 Также пропевать мелодии песен, то вы быстро привыкнете к нотам, даже если они там высокие, и облегчите задачу пения этих нот.